пора. Ты сделал это? Отлично! Си, надеюсь, твой план сработает, потому что времени у нас почти нет. Эцио, слушай внимательно. Лети от костра к костру. Их жар поднимет машину и поможет тебе удержаться на нужной высоте. Бене, будь осторожен. На крышах лучники. Не дай себя подстрелить, иначе твой полет будет очень коротким. Вот бы я смог пользоваться клинком во время полета. Но ноги-то у тебя свободны. Если подлетишь близко к лучнику, пока он не успел всадить в тебя стрелу, сможешь спихнуть его с крыши. Ладно. Сейчас или никогда, амико мио. Что это? Стреляйте! Стреляйте в крылатого демона! Не беспокойтесь. Наверное, дети балуются хлопушками. Ну, ваш ход. Я знаю этого человека. Стойте! Сеньор, не пейте! Ты опоздал. Дож мертв. Что? Карло? Простите, сеньор. Вам стоило придавать больше значения моим словам. Ты проиграл, ассасин. Простите меня, сеньор. Я хотел... Зачем? К чему все это? Ассасин! Ассасин! Он убил Дожа! Дож убит! Вот он! За ним! Похоже, ассасина может убить лишь другой ассасин. Мы убиваем, полагая, что так будет лучше для нас. Верно, мистер Эцио? Я делаю это не ради себя. Я приношу эту жертву во имя всеобщего блага. Покойся с миром. Ты убил меня! Ты убил меня! Оура! Мы раньше не встречались? Я уже видел его. Эй, ты! Где?